Когда ваш ребенок в опасности, вы бросаетесь к нему на помощь. Вы не жалеете ни денег, ни времени, ни средств. Вы надеетесь, вы верите, что ваши связи и жизненный опыт спасут дорогого вам человека. Но если в борьбе с бедой или смертью ваши родительские усилия были напрасны, вы изо дня в день вините себя в этом. Бессонными, тягостными ночами вы ощущаете груз тяжелой утраты. Боль потери рвет сердце и стучит в висках. Слезы бессилия чего-либо изменить душит вас, потому что вам все еще кажется, что вы могли бы изменить судьбу, предначертанную свыше. И только память о любимом человеке с каждой прибывающей волной воспоминания все больше и больше раскрывают вам глубину понесенной потери. И достигнув дна вашего отчаяния, вдруг унесет вас туда, где в далекие дни, месяцы, годы вы все были вместе и по-настоящему счастливы. Дети меняют нашу жизнь. Ну все, уже баньки надо. Все. С ними жизнь обретает особую ценность. Мы больше радуемся, переживаем, мечтаем и планируем. Дети растут, становятся самостоятельными, сильными и независимыми. А мы слабыми, сентиментальными и зависимыми от них. Мне было 20 лет, когда у нас с Йосифом родилась дочь Ниночка. Это произошло в 1978 году, 12 июля, в городе Намангане. Я была очень счастлива, когда она появилась, и не представляла даже себе, что такая большая ответственность быть мамой. Принимать решения, от которых зависит жизнь такого маленького и такого дорогого для тебя человечка. Для меня Ниночка была маленькой умной принцессой. Вместо игрушек она любила альбомы, раскраски, детские журналы и книжки. В 5 лет она уже умела читать и считать. Когда Нина пошла в 1 класс, учительница была удивлена, насколько ученица Абрамова опережает своих сверстников по всем предметам. Нина любила учиться и была круглой отличницей. Когда на свет появились Дима, Игорь и Майкл, забот в семье прибавилось. И Нина стала моей первой помощницей. Возилась с маленькими братиками, помогала мне по хозяйству в доме. Ниночка быстро взрослела. И очень рано научилась воспринимать действительность такой, какая она есть. Господь подарил мне в лице дочери подругу, с которой я могла делиться мыслями, наблюдениями и переживаниями. Мы с дочерью учились быть вместе как единое целое и понимать друг друга без слов. Мы с Иосифом создали дружную семью. И казалось,
что радостям жизни не будет конца. Будущее рисовалось нам яркими красками, и мы спокойно и смело смотрели в завтрашний день. Тогда мы еще не знали, что ожидает нашу семью. Горбачевская перестройка спровоцировала этнические междоусобицы по всей стране. В 1989 году, в мае месяце, в Ферганской долине начались погромы, которые распространились по всему Узбекистану. Оставаться в стране стало опасно, и мы, как и многие наши соплеменники, решили эмигрировать в Америку. Я никогда не забуду наши проводы, расставание с родными и близкими, серьезное и задумчивое лицо моей доченьки. Говорит, тяжело. Все здесь мы видели, все. И наши евреи, и те евреи, все мы видели и хорошее, и плохое. У всех у нас здесь лежат близкие родственники. Глядя на возбужденных, плачущих и успокаивающих друг друга родственников, моя Ниночка мысленно прощалась с домом, в котором выросла, и всем тем, что составляло смысл ее 13-летней жизни. Доченька, радость моя, ты по-взрослому разделила с нами тяжесть первых лет эмиграции. В Далласе наших детей взяли в очень хорошую школу Ешиву Акива Академи. Нина отлично училась, подрабатывала бибиситером. В наше отсутствие присматривала за младшими братьями, занимаясь с ними английским языком и математикой. За время учебы в Далласе нашу Нину, как одну из лучших учениц Акива Академи, многократно награждали грамотами и подарками. Это был первый успех нашей дочери в освоении Америки. Мы с женой, глядя на дочь, воодушевлялись и преодолевали трудности иммигрантской жизни. В 1994 году мы переехали в Нью-Йорк, где Ниночка досрочно закончила Forest Hills High School. После школы она подрабатывала во многих местах, пока не определилась с будущей профессией. Ей очень нравились финансирование и бухгалтерия. И она поступила в Queens College, где основным предметом был аккаунтинг. В то же время Нина параллельно устроилась на работу в небольшую финансовую компанию, где на практике постигала азы американской бухгалтерии. Учеба, совмещенная с практикой, сделали Нину настоящим профессионалом. После отличного завершения колледжа Нину стали приглашать известные финансовые компании, предлагая ей заманчивые условия и высокий заработок. Но Нина, посоветовавшись с нами, открыла свой офис прямо у нас в доме. К работе наша Ниночка подходила очень ответственно и скрупулезно. Часто засиживалась до поздней ночи. Для нее не существовало ни праздников, ни выходных дней. Нам с женой это не нравилось. А Нина, лишь улыбаясь, говорила: «Папочка, для меня эта работа не повседневная рутина. Это не просто буквы и цифры, это усилия и достижения сотен людей,
который я облекаю в уверенные финансовые формы, доверенные мне американским законодательством. И от того, как я это делаю, зависит материальный и духовный уровень моих клиентов. Еще больше радости и гордости за дочь мы ощутили, когда Нина, сдав сложнейшие экзамены, получила диплом Certified Public Account, который позволил ей работать с крупными публичными государственными и частными компаниями. Наша Ниночка, несмотря на свою самостоятельность, всегда считала нужным посоветоваться с нами, прежде чем принять какое-либо важное для себя решение. Все у нее ладилось, спорилось и получалось. Красивая, умная, шагающая в ногу со временем, она пользовалась у молодых людей вниманием и была востребована на своем профессиональном поприще. В ее офисе на Лонг-Айленде люди, впервые получавшие сервис, становились постоянными клиентами, потому что уже знали, что финансовые услуги бухгалтерской компании Нины Абрамовой будут выполнены качественно и вовремя. Меня всегда смущало, что интересы чужих людей она ставила выше своих. «Ниночка», — говорила я ей, — «ну ты о себе подумай, нельзя же так». На что Нина обычно отвечала: «Мама, они это без меня сделать не смогут. У многих из них нет материальной возможности, и я должна им помочь». Мне так хотелось, чтобы моя Нина поскорее вышла замуж. Но она не торопилась и ждала своего единственного мужчину, который станет ей в одном лице другом и мужем. За время нашего пребывания в Америке произошло много мероприятий, которые запечатлены в семейном фото и видеоархиве. Свадьбы и дни рождения, бар-мицвы и бат-мицвы, праздники Рош-ха-Шана и Пейсах и много других событий. Моя доченька, несмотря на постоянную занятость, принимала в них активное участие. Она все делала душевно и красиво. Ее чувство вкуса и такта, умение общаться с самыми разными людьми покоряли всех, кто узнал нашу Ниночку. А когда она танцевала, глаза ее сияли радостью, на губах улыбка, и вся она светилась, как солнышко. В своих мыслях я не раз говорил себе, каким же счастливым будет ее избранник. Прошло еще немного времени, и мы отпраздновали свадьбу нашей дочери. Моя Ниночка повстречала достойного человека, которого полюбила за доброту и щедрость. Мама, его зовут Алан, и он сделал мне предложение. Когда Нина познакомила нас со своим избранником, мы с Йосифом поняли, насколько зрелы их намерения. Их любовь друг к другу заполняла собой все пространство. Они не стеснялись своих чувств. Их головокружительное счастье передавалось всем, кто находился рядом. Венцом их большой любви стало рождение дочери Лейлы. Мы часто приходили в дом Алана и Нины, возились с малышкой, нянчили, купали, играли с ней. Алан любил баловать своих девочек, Нину и Лейлу, создавал для них праздники,
Каждый день рождения Лейлы и Нины отмечался весело. Заранее готовились подарки, торты и поздравления. Проводились шумные застолья с музыкой, танцами, смешными анекдотами, невероятными историями. Родители Алана боготворили Нину за доброту и мудрость, за чудесный характер невестки, которая подарила их сыну любовь и нежность, заботу и тепло, счастье семейной жизни, познавшей радость супружества и отцовства. Нам всем казалось, что в этом нескончаемом счастье мы будем купаться всегда. Но, увы, судьба распорядилась иначе. Беда ворвалась в дом Абрамовых-Кипур неожиданно. После рождения дочери у Нины обнаружили тяжелую болезнь, с которой она боролась 6,5 лет. Родные и близкие делали все, чтобы спасти Ниночку. Но никто и ничто не смогли остановить надвигающуюся смерть. Ни лекарства, ни врачи, ни молитвы. Ничто на земле не сравнится с горем родителей, потерявших своих детей. Ибо это чуждо природе человеческого бытия. Но жизнь продолжается. Скоро исполнится ровно год, как Нины не стало. Ее мама Рая ездит к Алану, чтобы повидаться с внучкой. Или Алан сам привозит Лейлу к бабушке и дедушке. Иосиф каждый день ходит в синагогу и, читая кадыш, просит Господа за упокой души дочери в Ганеден. Алан живет заботами о Лейле и благодарит Творца за то, что в его жизни была Ниночка.
سنی المهم نهدن هلینی نفشی یشو یعن هنی به مگلی سده لمعشمون گم کیله بگه سلما به لو ایرارا کیتای مادی شیبتخوا میشن تیخوا همه این همونی ترخل